Хороший ведущий, как хороший рыбак. Здравствуйте, меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыба». И чтобы улов был действительно ценным... Композитор, писатель, поэт Андрей Вадимович Макаревич. Он тщательно выбирает наживку. 2 часа назад беседовал с Александром Борисовичем Градским. У него мания величия. Грамотно расставляет сети. А в этой песне кони – это на самом деле девушки. Не в наших традициях называть незнакомых дам коровами. И использует только проверенные снасти. А музыка на заказ писалась? Фриро, мефе, мефодя, мефанталали. Золотая рыбка. Андрей Макаревич. У меня дома жил пингвин. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:30 на телеканале «Москва. Доверие».